А давайте посмотрим на демо-версию игры. Ты судья. И я судья. You are the judge. И у нас предлагается даже несколько судей. Но пока в демо-версии наступит только один, Кобарде. Ой. Сейчас, секундочку, звук мы вернем. Итак, в наши юные годы тут было довольно много протестов против правительства на стране. И в этом случае мы что сделаем? Будем принимать участие в протестах. Хоть из 83 по 2000. Нам пофиг на протесты. Или мы обычно... To find... А, считаем про тех, кто протестующих, неправыми, несправедливыми, да? Ай-я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 й
Как тебя анду? Ладно. Сделаем просто. Дубль 2. Так вот, ткнешь куда-то и изменишь свою судьбу без возможности изменить обратно. Поехали. Мне кажется, в начале еще какой-то выбор был. Право — это право. Дальше, если закон закрыт, то каждый против него. Нет, закон — это первое. Давайте скажем, что мы плевать на протесты. Он как бы своя работа, своя жизнь ближе. Хотя надо запонимать еще, что за протесты. Так. Так, нам надо выбрать университет. И что мы будем выбирать? Политику, экономику или юриспруденцию? Ну, давайте выберем экономику, как реальная жизнь. Эй. В этой игре ты будешь играть роль судьи. Ты должен выбрать университет. Давай сделай свой выбор. Ну, экономика? Эй, в этой игре ты будешь играть роль судьи. Ну вот. А что, нельзя быть судьей с экономическим образованием? Ну блин. Ну блин. Жаль-то как. Очень жаль. Ладно, уговорили. Вот. Вот в школе юриспруденции мне нравится девочка, которая зовут Маша. Итак, прошло время, чтобы мне признаться в чувствах. Я скажу, что я люблю ее. Я буду колебаться, чтобы сказать ей это. Или я подумаю, что я еще пока не готов к отношениям. Честно, не то, что в школе у нее юриспруденции, но в школе я знал девочку по имени Маша. Мы сидели за одной партой. Вот, сейчас у Маши уже двое детей. Вот. Поэтому, да, зная себя, я скорее буду колебаться. Маша. А вот Маша знает о наших чувствах к ней. И вот это делает легче для меня делать. И вот после колледжа я вот женился на Маше. В качестве результата нашего счастливого брака с Машей у нас есть два сына. Вот, Маша говорит, что из меня вышел бы отличный отец. В 2008-м. Прошло 4 года. После окончания школы юриспруденции мы начинаем работать в качестве адвоката. Давайте выберем поле, в котором будем специализироваться. Это коммерческие законы, семейные законы или криминальные законы. Ну тогда, чтобы жить спокойнее и прочее, наверное, проще будет какие-то коммерческие взять, чтобы мы делали с фирмами. Чтобы, возможно, чуть менее такие денежные заказы были, их чтобы было больше, это опять какой-то семейный гражданский кодекс. Ну, чтобы хотим вообще жесть, давайте возьмем криминальный кодекс. Это чтобы не спать по ночам, ведь всякие ужасы, давление, вот это все, криминальные разборки. Да, и хотя вам сложно найти уже свободное время, вы счастливы потратить воскресенье с нашей семьей. Вот. А что бы вы посетили
вместе со своей супругой и с детьми каждую субботу. Каждое воскресенье, конечно же. Церковь, музей или кинотеатр? Ну, что я могу сказать? По моему личному убеждению, церковь у каждого из нас находится внутри, в сердце. Нет необходимости печатать эти вычурные здания с иконами, пахнущими ладаном. Ладаном. Кино можно смотреть, по идее, дома. А вот музеи... Ну, хотя каждое воскресенье, вряд ли мы на основном найдем столько музеев для посещения. Вот давайте ходить в кино, как обычная семья. Вот. Долгое время мы уже практикуем закон, и один из наших лучших друзей, Генри, предлагает нам пройти экзамен на судью. Поскольку мы приносим эту тему до обсуждения нашей жене Мэри, мы видим, что она немножко беспокоится. Когда мы спрашиваем Мэри о причинах ее тревожности, она говорит, что... А чего это то, чего ты хочешь? Ты уверен, что тебе не следует... Ты из-за этого не будешь отрицать детей и меня? Это на вопрос, и мне тоже. Может быть, что это никогда не станет проблемой для нее и наших детей. Все-таки семья для нас — это святое. Вот. Я ему скажу, что мы хотим такую карьеру и не сдадимся. Или, может, кажется, это будет лучше для Мэри, и для детей. Мне кажется, что это никогда не будет проблемой. Хотя, давай так, если убеждать ее, то, может, кажется, что так всем будет лучше. И ей, и детям. Я буду не просто адвокат, я буду судьей. Более уважаемая должность. Возможно, больше свободного времени будет для проведения, да? Давайте скажем. Такой вариант ответа. Мэри говорит, что хотя она... не полностью понимает вот свои тревоги, она нас поддержит и будет всегда с нами. Спасибо тебе, Маша. Вот. И вот долго дни проходят, Генри. Ваша жена и дети ждут, когда будут анонсированы результаты нашего теста. В ожидании результатов что мы будем? Безнадёгу испытывать? Нервозность? Давайте будем какого-то некоторого волнения. Когда Генри приходит к нам и говорит: «Я веришь, а ты будешь успешным. А теперь вся твоя жизнь, перед тобой открывается новая жизнь», — шепчет он. И с момента анонса результатов мы узнали, что наша карьера в судьи как раз началась. Каждый в доме просто испытывает огромную радость. Мэри смотрит немного вот. В общем, она задумчива, но тем не менее испытывает вроде как восторг. Пока мы испытываем восторг по поводу нашего первого дня на новой месте службы, мы слышим, как наш водитель бибикает, подъезжая, чтобы забрать наш офис. Во, уже хорошо, есть собственный водитель. После того, как мы поцеловали Машу, мы берем наш портфельчик и отправляемся в офис. Давайте выберем нашего персонажа. Мы явно будем белым мужчиной. Не обязательно белым, ладно. Но мужчиной. Окей, не все. Импозантные. Так, ну я сейчас немножко не брит. Из небритых мужчин тут есть только один. Давайте выберем его. В принципе, по чертам лица и очкам он на меня немножко похож. Возможно, я через 15 лет буду выглядеть примерно так же. Не знаю. Будем посмотреть на всех поверх очков. Посмотрим. Приветики, ваша честь. Добро пожаловать на ваш первый день на службе. Я дам немножко информации. Окей. Так, вы можете посмотреть, сколько у вас денег. Пожалуйста, помните, что вам понадобятся деньги на различные нужды. У нас 300 баксов. 300 баксов, между прочим. Кто-то его пошутил? Вот, вы также можете посмотреть, как хорошо вы выполнили ключевые элементы игры, используя кнопку «Отношения». Ваши отношения, они критически важны для прогресса в игре. Ну-ка, давай-ка понажмем. Вот, у вас отношения с чем идут? Отношения у нас не только в семье, у нас 80%. У нас отношения с правительством.
Вот, а то как раз от выборов в нашей стране, по этой причине можем решить их поддерживать. Конечно, дело это, не стоит забывать о независимости суть судейства. Можем взять отношение к Верховным судам. Это отсылка нашего перед законом. Правильно совершать нашу профессию. Это будет главный критерий взаимоотношения с Верховным судом. Это важно. И с народом, с обществом. Это один из самых значительных факторов, которому в той стране, где мы живем. Возможно, иногда время от времени им не понравится ни я, ни наши решения. И у нас есть семья. Наша семья будет влиять на нашу профессиональную жизнь, так же, как и наша социальная. Будет влиять на нашу профессиональную жизнь, так же, как и на социальную. Вот, нам надо будет держать какой-то баланс между взаимоотношениями со семьями. Окей. Окей, балансируем, как всегда. Газеты, у них есть заголовки, связанные с нашим случаем. Вот, есть три различных типа газет. Каждая отражает отличную перспективу, отличный взгляд на произошедшее. А покажите мне газеты. Где газеты? Вот, news. Окей, давайте посмотрим на газеты. Что у нас есть? Kobardi Post, Kobardi Times и Kobardi Today. Окей, давайте посмотрим, что у нас есть. Давайте выберем. Новости Кобарди. Права женщин снова игнорируются у нас в стране. Мы знаем, что страна не удивлена такому исходу дела, когда сегодня противостоят друг другу две знаменитости. Права женщин всегда игнорируются в нашей стране, учитывая, что истица также известная женщина, нет никакого сомнения, что ее признают вот неправой. Говорят, тут все женщины, женщины. Окей. Kobardi Times нам говорит. Ой, давайте. Вот у нас звук исчез. Куда исчез на звук? Давайте пробуем его починить. Звук, вернись. Окей. Давайте еще раз попробуем починить звук. Отлично. Kobardi Times. Так, битва законов начинается между знаменитыми актерами. Вот, как бы иск, который мы услышали сегодня в суде, начинает вот и битву законов, судебную борьбу между актером мужчиной и женщиной. Вот давний спор между партиями они пытаются разрешить сегодня перед судом. Ожидание решения, которое придет судьбу этих двух знаменитостей, имеющих миллионы поклонников, ощущается по всей стране. И у нас Kobardi Today, это националистическая газета. Так, мы говорим, пишем вам, а это у нас что? Голос народа. Окей, он пишет, что вот судебная вражда двух известных актеров подходит к концу. Иск, который будет рассматриваться сегодня в суде, объединяет знаменитых мужчин и женщин-актеров нашей страны. Многолетнее соперничество и разногласия сегодня наконец-то закончатся. После напряженного и захватывающего процесса обвинения будут завершены при выяснении справедливости. Сторонники знаменитых фигур внимательно следят за ходом дела, с нетерпением ожидая окончательного вердикта. У тебя понятно, у нас будет мужчина, у нас будет женщина. Так, мы можем посмотреть сообщение, которое мы получили до этого случая. Мы будем получать сообщения разных вариантов. Пожалуйста, помните, что нужно прочитать все наши сообщения перед тем, как приходить к новому делу. О, давайте почитаем сообщение. Так, добро пожаловать на ваше новое место службы. Информация письма. Мы рады приветствовать вас на новом месте службы. Пишет нам. Решения, которые будете делать, имеют великую важность для нашей законодательной системы нашей страны. Вот, поэтому при этом у нас нет сомнений, что вы сделаете решение в соответствии с нашей конституцией. Окей, прочитали. И давайте Джон Диппер против Эми Хёрд.
Ой-ой-ой, кажется, я знаю, к чему отсылка. Кто-то кому-то накакал в кровать. Ой, нехорошо. Кажется, у этого дела есть свой запашок. И 300 баксов тут совершенно ни при чем. Так вот, я отправил вам документы, связанные с вашим следующим делом. В дополнение, адвокаты придут встретиться с вами перед самим заседанием. Влиятельные персоны представляют различные секторы страны. Когда вы будете в беде, вы, возможно, захотите встретиться с ними. Убедитесь, что ваши взаимоотношения с этим сектором достаточно низко для новой встречи. Так, и чё, и с кем мы хотим поговорить? Я полагаю, это Эмби Хёрдс, да? Она похожа. Так, это похоже на вас судью, хотя вот он похож на Гэндальфа. Давайте поговорим с ним. Влиятельные персоны. Но пока ни с кем не можем поговорить, пока надо закрыть. Просто можем поговорить иногда. Вот, вот так как мы сейчас в демо-версии, вы можете, ваш доступ ограничен ко всем фишкам игры. С полной версией игры там все может немножко измениться. Тут какой-то самолет у нас появится, звезды розыска. Можем что-то взламывать, в цепи заковывать, очевидно же. И обвинять в ереси. Вот. Можем мы прийти к нашему следующему случаю, используя вот кнопочку. Вот, убедитесь, что вы прочитали все сообщения и просмотрели все, что у нас есть. У нас какая-то книга с законом. Могу закон прочитать, а? Не? Ладно, все, что мы хотим поделиться с этим. Вот, вы уже можете прочитать сообщение и прийти к следующему делу. А что сообщение? С ними я говорить не могу. Они хранят молчание. Окей. Сообщение мы вроде прочитали. Сообщений новых не пишет. Окей, давайте пойдем. Итак, пресудебное разбирательство. Перед нами адвокаты, я полагаю. Ой, а что это с вами? А у вас так и должны ноги болтаться из стороны в сторону? Вы меня пугаете, давайте поговорю сперва с вами, молодой человек. Так, Оливер Ротис. Адвокат Плейнтифа. Мой клиент, он очень романтичный и последовательный актер. Статья написана его бывшей женой Эми Хёрд в журнале. Хотя там и не упомянуто имя моего клиента, есть явная отсылка на него. На него, собственно. Эта ситуация значительно отрицательно повлияла на карьеру моего клиента. Вот, поэтому мы просим компенсацию стоимостью в 20 миллионов долларов. Окей, я тебя услышал. А вы что скажете, мадам, которая ножичкой так дрынк-дрынк? Мой клиент заявляет... Что за щи? Щаю? Что подсудимый упомянул его в статье, написанной в журнале без явных указаний во избежание какого-либо вреда для себя. К тому же... Мой клиент заявляет, что это она получила больше всего урона из-за их отношений. Поэтому мы отказываемся платить. Вопросы. Собственно, мой клиент не возражает против этого дела. И мой клиент тоже не возражает против этого дела. Окей. Давайте пойдем к слушанию. Вообще, полагаю, тут надо два слушания открывать. Давайте уберем карту. Я не знаю, с чем там связаны карты. Я вот что думаю. Что сперва должно быть дело по поводу статьи. Типа, была ли клевета или нет. А во-вторых, если уж действительно Эмби Хёрд не нравилось там отношение в семье, это надо открывать уже отдельное дело. И это не повод писать всякие клеветнические статьи в журнальчике. Я так считаю. Но, судьба дела такое. Давайте выберем самую первую карту. Эй, вот что началось-то? Мы потеряли 100 долларов до суда. Вот так вот, просто шел, 100 долларов потерял.
Не знаю, должен ли я при этом пирожочек, но вот добро пожаловать, ну вот, на сцену суда. Перед тем, как мы начнем, давайте я вам объясню вам несколько вещей. Ну давай. Хотя вот это вот через этот интерфейс я могу разговаривать с различными людьми, которые могут задавать различные вопросы. И после того, как я с кем-то поговорю, я могу кликнуть «Завершить слушание», кнопку на открытой панели, чтобы начать говорить с кем-то еще. Я могу использовать эту кнопку, чтобы посмотреть файлы дела. В файлах дела я могу найти текстовое объяснение того, что случилось, информацию о людях, которые у нас есть, всякие улики, вот это вот все. Улики алиби. Вот, чек-лист у нас представляет шаги, которые надо продолжить, чтобы для успешного процесса суда. Вы не обязаны следовать этому списку, но когда вы завершите все шаги, упомянутые здесь, они автоматически будут вычеркнуты. Вот. Понятненько. Вот, если есть какие-то улики, связанные с случаем, вы можете изучить их в деталях вот в этой секции. Отлично. Вы можете посмотреть на текст закона, связанный с текстом, который работаете, вот здесь вот. Законы Кабарда, они вот связаны с вами по профессии. Окей? Если вы хотите прийти к решению, то можете нажать сюда. Вот, используйте эту кнопку, пожалуйста, имейте в виду, что как только вы решите нажать эту кнопку, пути назад уже не будет. Все. Парш не провернуть назад, как говорится. Если вы решите посмотреть ответы от разных личностей за последние разговоры, можете посмотреть историю вот здесь, нажав на Tab и щелкнув кнопку «История». Если вы хотите поставить меню на паузу, можете использовать эту кнопку, указанную здесь. А чем вставить меню на паузу, все в реальном времени будет проходить, да? А вот, вот всякие различные кнопочки в меню есть также, которые можно с вашего стола получить. Другими словами, вот, можете кликать на файлах на вашем столе, чтобы изучить. Вот, в общем, удачи вам. Так. Начинается слушание. Судья Ричард. Что у нас тут? По поводу случая. Известная пара, которая в прошлом уже разорвала отношения, вот, провела иск в суд по поводу ложных, по поводу клеветы. Джон Диппер подал иск против своей бывшей жены за использование обвинений против него в статье, которую она написала. Он заявляет, что эти ложные обвинения в статье, написанной Эмми Хёрд, вызвали беду его актерской карьере. Кто? Защитник. Плейнтив Джон Хёрд, защищающийся Эмми Хёрд. Окей. Истец и защитник. У нас есть три психолога. Есть журнал и есть голосовая запись. Окей, спасибо. Давайте посмотрим. Так, в журнале. В прошлых отношениях у меня был партнер, который принимал наркотики, выпивал и вообще меня избивал. Тут физическое насилие ко мне применял. Вот. Я подозреваю, что он изменял мне с другой женщиной. И когда он понял о том, что я в это познала, он разбил пивную бутылку о мою голову. И голосовая запись у нас есть. К сожалению, мы не сможем услышать голос Джона Диппера. Я хочу задушить Эмми Хёрд. Она этого заслуживает. А, мы изучили улики. Слушай, если вы знаменитости, я думаю, всем известно, о ком речь. И я думаю, не стоит так вот брать и писать во всяких газетках, даже если это желтая газета. Окей, надо услышать истца, надо услышать защитника. Так, давайте поговорим с Джоном Диппером. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вещи, которых написано о вас в этой статье в журнале, это правда? Это определенно неправда, ваша честь. Моя карьера известна каждому.
Я публичная фигура. А текст написан просто, чтобы уничтожить мою карьеру. Чё ж вы этот текст убираете? Я же это, если я перевожу медленно. Хорошо, подскажи, пожалуйста, принимал ли ты наркотики, когда был женат на Эмми Хёрд? Да, я периодически принимал наркотики, однако наркотики вот никогда не достигали такого уровня, чтобы у меня было какое-то, чтобы я достигал физического насилия. А что ты скажешь по поводу утверждения в аудиозаписи? Я отправил другу, когда я был очень зол. Я на самом деле не собирался это делать. Вот те, кто знает меня хорошо, знают, что я не такой человек, который мог бы это сделать. Вот, я просто вот цитировал ТВ-сериал. Не знаю такого ТВ-сериала. Понятно, больше мы у тебя делать не можем. Можем нажать кнопку Drag Window. Хотя можем сами его перетащить. Не знаю, зачем нужна эта кнопка. Понятно. В общем, то, что мы и ожидали слушать. Закончили с тобой беседовать. Давайте поговорим с Эмми. Эмми, здравствуйте. Эмми, скажите, пожалуйста, в заявлении, которое вы дали в журнале, вы упомянули, что вы вам применяли насилие после использования наркотиков и после того, как выпьют. У вас есть какие-нибудь доказательства, которые это подтверждают? У меня нет никаких физических отчетов или доказательств вот на этот момент. Однако вот исследование, которое сделано вот независимым психологом, основанное на... судебно-медицинским экспертом, основанное на показаниях свидетелях, это вот... Вот в заявлении под присягой говорят, что вот я стала жертвой жестокого обращения. Ага. А как вы думаете, вот в статье, которую ты публиковала в журнале, и в которой указано в показаниях истца, нанесла ли она прямой ущерб карьере истца? Я говорил о своем прошлом опыте в этой статье и не упоминал ничего имя. Поэтому я думаю, что я могу делиться любой информацией, пока не использую ничего идентифицирующего. Тут я с тобой не соглашусь. Не знаю, как насчет закона, надо закон, кстати, почитать. Особенно их американский. Потому что, если вы публичные люди, особенно, я думаю, все знают о ком речь. Вот. Подскажи, пожалуйста, сейчас главный вопрос. Имела ли ты в виду Джона Дибера в статье, которую ты написала в журнале? Да. Я также упомянула, что я с ним порвала отношения, однако я не упомянула его имя. Что там случилось, действительно со мной произошло. Я была жертвой абузивных отношений в прошлом. И я хочу сочувствия того, что случилось, это не ложь, это правда. Окей, я тебя услышал. Давайте пойдем дальше и опросим свидетелей, наверное. Доктор Роуз. Что значит Кун? Роуз Кун. Ты мужик? Нет, ты Тян. Почему Кун? Не знаю. Окей, скажите, пожалуйста. Видимо, терапевт. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как долго ты уже лечишь Эмми Хёрд? Мы встречаемся уже, в общем, 12 часов. Допустим. И какой диагноз вы поставили в течение этих? Я диагнозировал в нее два типа персональных расстройств. Расстройств личности. Поподробнее, не? Ладно, а можешь ты объяснить диагнозы нам? Конечно, ваша честь. Я могу упомянуть, что у нее психиатрическое состояние, которое вызывает проблемы с чувствами другим, и у нее множественная личность. А в дополнение к этому, у нее есть состояние чрезмерной эмоциональности и стремление получать внимание. Это важное заявление.
Спасибо тебе. Так, давайте послушаем еще. Еще доктор Карл Дуэй. Скажи, пожалуйста, как долго ты уже проводишь сессии у Эми Хёрд? В общем, длинная наша сессия 36 часов. Хорошо, и какой диагноз ты поставил ей в конце своих диагнозов? О, да она определенно испытывала психологический абьюз. Я не обвиняю, что это напрямую было сделано Джоном Диппером, но тот факт, что она подвигалась такому насилию, в течение своего процесса Эми Хёрд должна была сделать сложные решения. Понятненько. Ну и давайте перейдем к третьему доктору. Доктор Лена Лаура. Не знаю, ты Лена или Лаура. Скажи, пожалуйста, что у вас за профессии и зачем вы здесь вообще? Я терапевт семейный. Джон Диппер и Эми Хёрд, они мои клиенты были, когда были женаты. Хорошо, так у тебя была возможность встретиться с ними обоими. Что ты можешь нам рассказать о ситуации в паре в то время? В этой паре не всегда было то же самое одинаковое эмоциональное состояние. Я могу сказать, что временами, в то время, когда они со мной консультировались, они оба эмоционально испытывали эмоциональное насилие друг к другу. Я пыталась помочь им разрешить это все дело, но у меня нет никакой информации о физическом насилии, однако эмоциональное, особенно вот за прошлые дни отношений, это было каким-то вызовом для обоих из них. Ну да, говорят, слово бьет больнее топора. С этим поспорить сложно. Окей, мы тебя услышали, садитесь, пожалуйста. Окей, что у нас есть из файлов? Ну файлы чё? С тобой поговорили. Чек-лист. Чё мы? С тобой поговорили, свидетелей заслужили, тебя послушали, всё. Давайте почитаем закон. Чё говорит закон? Закон. Если человек говорит какие-то оскорбляющие слова, использует письменные или изобразительные какие-то выражения, содержащие клеветническое содержание, либо совершает оскорбительные действия, оскорбляющие достоинство другого лица, то оно считается совершившим клевету. Такая-то статья 125, часть 8. Ой, там, кстати, with the people, да? Это все? Ну все. Принято. Ну все, нам больше ничего не скажут. Не скажут же? Ну-ка давай еще раз. Hello. За 5 за 8. Оскорбляющие слова. Оскорбила? А тут сложно сказать. Давай еще раз. Что говорится в законе? Буква в букву. Оскорбительные слова используют письменные или изобразительные средства, содержащие клеветническое содержание. Либо какие-то оскорбительные действия, которые оскорбляют достоинство. А можно где-нибудь там комментарий о том, что является оскорблением? Что здесь? Она заявила по сути что? Ну, что он использовал наркотики и выпивал? А то, что совершал физическое насилие. Ну, слушай, если он действительно совершал к тебе физическое насилие, тебе следует обратиться в суд. А не вот это вот все. Поэтому давайте вынесем решение. Да. Стороны. Стороны. Джон Диппер, 47 лет. Есть записи о нарушении закона. И есть Эми Хёрд, 36 лет, записи нету. Итак, стороны хотят служить суд. И что мы решили? Что защищающий был find оштрафован, да?
оштрафован, наверное. Ответчик был оштрафован. Ну, ответчик был запущен в тюрьму, например. Или что он невиновен. Не нашли вину. Но, во-первых, вряд ли там в тюрьму сажают за клеветничество. Хоть они знаменитые люди, если мы посадим в тюрьму, это нехорошо. Вот. Значит, он невинно, я бы не сказал. Мы, конечно, не знаем всех дел, то, что было к тому, что идет. Но вот давайте штраф. Плентив, истец победил. Дело тут не в правах женщин, ребят. Итак, сбережений было 300, плюс зарплата 150, плюс рента, плюс всякие расходы, еда, медицина, пенальти нету. Хорошо, что у нас нет пенальти, смотри, это неправильное решение, у нас могут деньги отнимать. Подожди, в самом начале перед судом мы сказали, что мы потеряли 100 баксов перед судом. Видимо, нашли их где-то внезапно. На этом спасибо, наверное. Хотя, это радует. Но что ты мне говоришь, если бы мы нашли 100 баксов перед судом, их бы тут тоже не было. И это печалит. Давайте вернемся обратно в офис. Вот у нас сохранен прогресс. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас сейчас 358 монет. Немножко прибыло. Уже хорошо. Что у нас там по взаимоотношениям? О, справедливость просто 100%. Замечательно. Это хорошо. Сможем ли мы решить еще одно дело? Что у нас в заголовке? Ага. Какая-то авария. Какой-то вопрос к правосудию. Подозрительные отношения вот в случае автоаварии. Автоавария случилась около 11:30 в последний вечер полдня, в понедельника, когда пешехода ударили. Запустил вот судебный процесс с вопросами к правосудию. Жалость Рошель Браун отвергает запрос, что он... Что? Отражает стремление привлечь владельца автомобиля к ответственности за свои действия. В данном случае рапорт сотрудников полиции с места происшествия и показания свидетелей могут раскрыть правду. Ну хорошо. Cobalt Times. Дело об автокатастрофе приоткрывает завесу тайны. Автомобильная авария, произошедшая в понедельник вечером, коренным образом изменила жизнь пешехода, вызвав вопрос к справедливости, по сути дела, самого. Противоречивые требования между владельцем автомобиля и Рэйчел Браун требуют справедливого решения для установления истины. Суд несет ответственность за отправление правосудия путем принятия правильного решения. И здесь у нас, собственно, авария случилась в понедельник вечером. Вызывает обвинение Рэйчел Браун в адрес владельца автомобиля. И хотя владелец автомобиля утверждает, что не использовал его в тот день, полицейские, прибывшие на место происшествия, сообщили, что обнаружили пустую машину. Судебный процесс начинает раскрывать правду, и вот... Понятненько. Так, что нам пишут? Что пишут? Новая какая-то посылка. Сегодняшний конверт прибыл в наш суд. Вот здесь. Мы оставим конверт на вашем столе. Чё это нам? Неужели нас подкупить пытаются? Рэйчел Браун против Крис Смит. Отправил вам документы. Окей, с ними, видимо, ознакомимся уже в деле суда. Можем ли мы с кем-нибудь пообщаться? А вот нам тебе говорят, кто есть кто. Премьер-министр Эндрю Мур, Пол Эдвардс, глава правосудия и лидер общества Сара Беннет. Чё за конверт? Что? Дорогой судья, я бы хотел представиться. Значится, чё? Я богатый бизнесмен в этой стране, который использует свои деньги во благо страны. И меня очень уважают важные лица в стране. К сожалению, мой сын несправедливо обвиняется в деле, которое состоится сегодня. Я полностью уверен, что вы обрететесь
Однако с особым вниманием к этому делу и примите правильное решение, которое заключается в том, чтобы объявить моему сына невиновным. Пожалуйста, примите это в качестве подарка. И 500 баксов. Подожди, он пытается меня подкупить? Он определенно точно пытается меня подкупить. Но если я куплюсь, неужели думаешь, что я стою 500 баксов? Это во-первых, во-вторых, это же положит конец моей карьере. Служба безопасности сюда этого не поступит, поэтому нет, надо пожаловаться. Больше нет. А конвертик остался у нас. Уж, а с другой стороны у нас там Манхэттен, да? Судя по... зданием. Ну-ка. Я сейчас посмотрю на свою стену, на которой тоже лежат фотообои, и попробую найти что-то соответствующее. Или, может быть, нет. Или, может быть, да. Кто знает. Не, ну это определенно кусок Манхэттена. Это... ну, по крайней мере, это очень похоже на кусок Манхэттена. Потому что сейчас полностью смотреть не могу. Часть закрывается мониторами. А давайте перейдем к делу. И побыстрее со всем этим закончим. Так, предварительное слушание у нас тут. Так, мы тебя видели, товарищ. А девушка все еще вот с ноги на ногу переминается. Начнем с тебя. Слева направо. А мой клиент пытался пересечь улицу в последний понедельник, когда горел зеленый свет. Вот. И хотя у машин горел красный свет, транспорт его сбил. Поэтому он подает жалобу на вот владельца машины. А ты что скажешь? Мой клиент заявляет. Что действительно, машина принадлежит ему. Однако он отрицает, что он водил ее в тот день. Он утверждает, что оставил свой пиджак на вечеринке. И ключи были в карманах этого пиджака. Также он хотел покинуть вечеринку, он не смог найти свой пиджак и машину. Он думает, что один из его близких друзей мог взять машину, вот поэтому он пошел домой. Смотри, какое серьезное обвинение какие. Вопросы. Смотри. У моего клиента говорит нет. Каких-то... отказов от случая, говорит, мой клиент хочет сослаться к Эви Грин, которая вот представляет в качестве, которую истец представил в качестве свидетеля. Он заявляет, что Крис и Ева были вместе в прошлом и впоследствии сильно расстались. Не, я понимаю, конечно, что Нью-Йорк, он маленький город, все друг друга знают. Поэтому хотим ли мы лишиться Евы? Но, с другой стороны, Ева-то могла узнать, что именно он сидел. Хотя, если все подстроено, и он на самом деле там сидел, я ему скажу, что я думаю, что он там сидел. А вот что тут означает? Что мы позволим Еме быть? Или мы... вот так вот, отвергнем его возражение. А давайте поставим галочку против Евы. Тут, в общем, ничего не изменилось. А давайте отправимся к случаю, к самому делу, и там уже на месте разберемся. Выберите карту. Мы поняли, что первую карту тянуть не стоит. Давайте попробуем, может, последнюю. Наши отношения с правительством уменьшились на 15 очков. Да вот... зачем тут эта механика? Мне кажется, эта механика вот абсолютно лишняя. Итак, начинается слушание. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. А, камера безопасности. О, мы все-таки подтвердили и отклонили свидетеля. Это мы зря. Но подожди, раз нас пытались подкупить, значит он точно виновен. Мы не можем заслушать... нужно, что эта галочка означает, что подтвердить, а не позволить ей слушать, а? Ну, хотя можно было догадаться.
Ладно, ладно. Давайте начнем сперва с истца. Истец. Скажите, пожалуйста, какую последнюю вещь вы помните с аварии? Был вечер. Я хотела пересечь улицу. Но я услышала скрежещущий звук. Я с трудом вспоминаю машину, но затем я проснулась в госпитале. Скажите, есть у вас шанс узнать человека, который ввел машину? Нет. Я увидел только фары машины. Она приближалась ко мне слишком быстро. Боже, зачем мы отказались от свидетеля? Мы все заруинили. Все заруинили. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, давайте поговорим с ответчиком. Можете ли вы описать, что случилось в день аварии? А, ну вот, я, значит, был приглашен на вечеринку, которую устроили мои близкие друзья. Ключи были в кармане пиджака. Вот, а снаружи было слишком жарко, поэтому я снял свой пиджак и положил его на сиденье. Вот, так как я немножко выпил, я позвал своего водителя повезти машину. А что вы делали, когда вот прибыл ваш водитель? Я сказал ему, где моя машина припаркована, и попросил его найти мой пиджак. Но позже он пришел ко мне и сказал, что он не может найти пиджак, и машина тоже не была на месте, где я сказал ему, где находится машина. А что вы сделали, когда вы не нашли ни свою кару, ни машину, ни ключи? Ну, вечеринка, которая была с близкими друзьями. Я подумал, что, возможно, один из них взял мой пиджак с ключами. Вот, поэтому я попросил своего водителя вызвать такси, и затем я на такси уехал домой. Вот, собственно, больше ничего такого в день нет не делал. Товарищ, а ты понимаешь, что ты звучишь крайне подозрительно? Вообще, твоя штука, как бы, представь. У тебя есть машина, у тебя есть пиджак с ключами, и даже если сделал кого-то из твоих близких друзей, ты вот не сказал, никто это сделал, не прочее, как минимум повод для тебя беспокоиться и начать искать. Прибыл домой и начал искать, и прочее, а тут ты про это не упоминаешь. И это все очень подозрительно, я тебе скажу, я тебе не верю. А еще больше я тебе не верю, потому что меня пытались подкупить. А наш судья, он неподкупный, что у нас есть? Камеры, запись камеры, к сожалению, только в текстовом описании. Так, четко показывает, что автомобиль не остановился, когда свет был красный и сбил пешехода. В дополнение там указано, что владелец транспортного средства покинул место происшествия, но его идентичность сложно определить. Черт. А что говорит закон в этом случае? Если человек использует свой транспорт, чтобы повредить другому человеку, или из-за невнимательности вызывает аварию, который приводит к чему-то ранению. Вот. Он уже привлечь к такой-то статье. Окей, понятненько. Да, давайте перейдем к решению. Зря мы, конечно, отклонили, но в призон. А, кстати, мы можем посмотреть, как будет меняться. Так вот, призон. Давайте отправим его в тюрьму. Да. Истец побеждает. Пенальти нету, между прочим. Ох. У нас денег становится чуть все больше и больше. Итак, мы слышим к какому-то сюда, как кто-то нежно касается нас сзади и зовет нас по имени. Когда мы поворачиваемся к тому, кто находится позади нас, что нам, нож под ребра, да? Вроде нет. А, кстати, у нас тут все коммент. Я думал, что ты меня не узнаешь, Ричард. Ты прошел мимо меня и даже не посмотрел. О, Джон, я должен быть как-то задумался. Кто такой, Ричард? Или, честно говоря, я не хочу с тобой говорить. О, Джон, я просто, наверное. Кто такой, Джон? Ты кто такой? А, все в порядке, Ричард. Я вот последний раз получил сообщение из кабинета,
Как ты знаешь, весь новый поток беженцев в страну. И вот я связан с этим делом, и вот некоторые члены кабинета посоветовали мне решить поводу решения, что мне надо делать в этом случае. И что, они тебе угрожают? Слушай, с юридической школы я не видел никого, кто бы мог повлиять на твои решения, Джон. Мне нравится этот вариант. Ты прав. Но в этот раз ситуация, она немного отличается. Они угрожают моей семье. Так, ну то, что они делают, это не пересекли линию. Давай я тебе помогу. Или... Если твоя семья под ударом, тебе стоит дважды подумать. Не, они явно пересекли линию, давай поможем. Я знаю, что мой старый друг не оставит меня одного. Спасибо тебе, Ричард. Вот. Жди новостей от меня, скоро встретимся. Так, там у нас начинается третий день. Можем просто глянуть, о чем там будет третье дело. А, что у нас? А следующее дело у нас говорит про несправедливую работу, видимо. И недостаточной работы и спор. Всплывает дело о ремонте сада. Down Renovation Garden. Окей. Я думаю, хватит нам всех этих дел. Немного отпугивает графика этой игры. Хотя сама тематика довольно занятная. Хотя в целом эта игра довольно не первая в своей ипостаси. Есть похожие игры. Где-то уже и Papers, Please, и там, где мы выступали в качестве газетного редактора. По-моему, Репортер называлась она. По-моему, Headliner. Ну, по-моему, называлась Headliner. Ну, то есть много игр, когда предстоит принимать какую-то ответственную работу, там принимать решения. Иногда на принятие наших решений будет влиять не только наше чувство совести, но и необходимость иметь деньги. То есть тут банш, возможно, иногда приходится поступиться с совестью, чтобы нашей в семье было что есть. Вот о плане даже игра похожа на Not for Broadcast, не для трансляции. В общем, подобных игр много. Если вам нравится дело с судами, с американской системой судов, например, с скандальной системой, возможно, стоит присмотреться к игре. Игра у нас называется «Ты судья», «You are the judge», «The judge». Ну а мы давайте перейдем в меню и отправимся к следующей игре. Большое спасибо за просмотр. Ну а мы увидимся.